Да, Путин нажмет на часы и... Да. Я же с точки зрения безопасности. Нет, еще он дисциплинирует, учит правильно играть по правилам. Да, это пока это все не нажато. Причем, да, это правильно. Ну да. Все наши игрунские замашки, да? Вот да, вот эти он, да, вот этих можно забыть. Засекает. Да. Все по правилам фиды. А цена ошибки — оторванная рука, допустим. Зато научит. Зато научит, да. Да, кому-то оторвет, а она и научит. Жесть. А как вообще вот эта идея была по поводу проведения матча с несколькими? Ну, хотя бы вот втроем их посадить, гроссмейстеров. Вы понимаете, в чем дело? Чтобы посадить гроссмейстеров, надо какую-то статью найти бюджетного расхода, понимаете? А. Хватит гроссмейстеров играть бесплатно, понимаете? Постоянно пытаются гроссмейстеров заставить играть бесплатно. Ну, понятно, да, это, конечно, но тем не менее... У нас даже русские футболисты бесплатно не играют. Ну, русские футболисты сейчас в цене. У нас футбол, так же они теперь, их котировки резко повысились. Знаете анекдот про русских футболистов? Девушка играла, пришла, все, что это жутко, вот так он подлетает, когда туда, к голове, да, вот это хватает там где-то. В районе первой линии, ну думаю, вообще. Страшно. Маша, боишься? Я немножко так опасаюсь. Без добавления? Потому что... Так тут не добавление, тут убьет и все. Без всякого добавления. Флажком, флажком. При размене ладик надо отклоняться. Ну да, 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 да. Ну вообще не ходи, конечно. Вова. Не, ну я говорю. Вот так. Чуть-чуть. Чуть-чуть минимальный перевес. Да. Какой счет уже в матче? Пока 1-0. А, вторая партия? Да. А, так, а Маша без коня играет? В смысле, с конем лишним, да, играет? Да. С конем, конем. С двумя конями. Ну, вот мы, кажется, изначально не играем в любую такую цену полностью. Ну, другая, знаешь, понимаю, что играет, если его бросит. Черные доминируют. Да, то есть черные без фигуры, но они доминируют. Да, тут выжимать и выжимать из него. Это не хочется приводить. Часы приводят быстро, как на миллиард. Девушки надо сказать, что я играла психологические часы. Ну да. Так, а если на Е3? Да не, ну это такая вот эта сама ручища с усилием в 3 тонны двигается. Я думаю, задумаешься. Особенно если проиграет. С усилием, жмет, с усилием в 2 тонны. Тут в соседнем транспорте пара таких вот больше соперников этих. Ничего сыграть. Маша. Я понимаю, но у меня 26 секунд. Как он пошел? Никак. А потому что ход был невозможен. А он... Ход был невозможен.
А где невозможно? Он завис. Вот не невозможно, а нарушено было. Да. А, то перед есть... переключением часов стал ходить, да? А вот второй подряд он уже не реагирует. Он уже такой... Да. Мы запрограммируем, что одна ошибка... Последний ход какой был? Вот. Пароль? Да, надо его повторить. Ну, давай попробуем. Еще надо отдать на присуждение, наверное, да, такой мы не рассчитываем.